провел ночь в промерзшей степи и остался жив. Заблудившегося чабана нашли в Карагандинской области после суток поисков. 56-летний житель Осакаровского района утром отправился за пропавшим скотом, но к вечеру не вернулся. Семья забила тревогу. За окном была метель и лютый мороз до минус 30 градусов. На поиск вышли спасатели, полиция и местные жители. Подняли вертолет «Казавиаспаса». Мужчину обнаружили только на следующий день, аж в 60 километрах от дома. Чабан признался, что спасся благодаря тому, что набрел на заброшенное здание. К тому же был очень тепло одет. Большое спасибо всем спасателям, полиции, всем неравнодушным людям, кто искал нашего земляка. Теперь поедем домой. Это большое счастье, что он остался жив. К слову, холода на большей части страны не сдают позиции. По данным Казгидромета, в ближайшие три дня погода будет ясной, морозной, без осадков. До 35 градусов ниже нуля обещают ночью в Карагандинской и Восточно-Казахстанской области. А в южных регионах ожидается снег, туман и гололед. В столице завтра отменили занятия первой смены для всех школьников и учащихся первого и второго курса колледжей.